Напередодні 8 березня в актовій залі Палацу дітей та молоді відбулася музична вистава «Погода в домі». Свої творчі номери представляли дві студії Палацу – театральна «Драм-арт» та вокальна «Рожева пантера». Учасники музичної вистави привітали усіх з початком весни та створили святкову атмосферу. Не звучит. Славик, ты помнишь, что у меня завтра концерт в филармонии? Сольный. Он непременно буду. Тогда я скажу, чтоб тебя пропустили. Только, пожалуйста, не забудь. Я-то не забуду. А вот ты не забудь сходить на утренник к ребенку. У меня репетиция. Не забуду. Если в этот год когда придешь по крышам, а чего же, почему меня не слышишь? Хороший, хорошего немного, без любимой мамы так одиноко. Хороший, хорошего немного, без любимой мамы так одиноко. Моей мамы с этой пол. Нет, я не плачу, просто ресничка попала, слезинка покатилась, ладонь не упала, историю любви до конца дочитала. Ну что тут сказать? Нет, я не плачу, просто ресничка попала, всего лишь неприятность, но с кем не бывала. Закрыта книга, но может быть все сначала начать. Я тебя дважды, сердце кричит, голос собрано, я слишком поздно, а ты слишком рано, в душе огонь и боль, хочет она реванш, готов бежать за тобой, я хоть дала манш, не могу дышать, но сердце знает, как хочу кричать, что это значит. Нарочно для вас расписал голубые звезды и
запретил мне подглядывать за теми, кто болеет Марков против. И я решил, когда ж как не сегодня. А я там. А я тогда. И все-таки пришли? И ничего не мог с собой поделать. Сегодня вечер, словно бы нарочно для вы вас. Это уже только что говорили. Снег. Город почти ослеп, свет, красок на свете нет, есть только белый цвет. Город твой, словно корабль, льдами захвачен плен. Ссорами родители нам бы не приливали эти жизненные штампы, не ревновали, не искали бы о любви, как банальной мелодраме о любви. Я все еще помню, хотя ничего уже не вернется. Я все еще говорю в будущем времени о прошлом. Всем уговорам пишу я в ответ, нас не разлучат. Спасибо всем огромное, что вы пришли на наш музыкальный спектакль.